Красного Глуринга Игоря Жилина, Московского университета МВД России, мастер спорта. Синий угол Сергей Лукович, Костромской государственный университет, кандидат мастера спорта. Красного Глуринга, мастер спорта из Москвы, Игорь Разживин. Он представляет Московский университет МВД. Боксер 21 год, 8 лет боксерский стаж у Игоря, 94 боя и 81 победа в его активе. Игорь победитель чемпионата МВД России среди учебных заведений этого года. И призер первенства Центрального федерального округа среди молодежи 19-22 года в Подольске прошлого года. Постоянно тренируется под руководством мастера спорта Евгения Рожевина, который скандирует в этом бою, его дядя. Игорь Рожевин, Москва, Красный угол.
Синего ринга продолжение боя готовится кандидат мастера спорта из Костромы Сергей Лукович. Боксер 19 лет, 8 лет боксерский стаж. У Сергея 152 боя, 145 побед в его активе. Игры призер первенства России, победитель турнира Гран-при. Турнир класса, победитель турнира памяти Климова. Победитель Центрального федерального округа, лучший боксер Центрального федерального округа чемпионата 2013 года. Постоянно тренируется под руководством тренера Хапкина и Румянцева. Сергей Лукович, Кострома, синий угол. Рефери этого боя Сергей Бондарь, Калуга. Судья всероссийской категории. Thank you.
А вот о боевых страдоклассных судей победу одержал боксер из синего угла Сергей Лукович.